Индексация пенсии, рост цен на оплату коммунальных услуг и новые правила для будущих водителей. С 1 апреля в российском законодательстве произойдет ряд изменений. О самых важных из них расскажем в следующем сюжете. С начала месяца социальные пенсии проиндексируют на 3%. Подавать документы для перерасчета нет необходимости. Он произойдет автоматически. Выплата повысится у 4 миллионов россиян. Это те, кто получает пенсию по старости, инвалидности и потере кормильца. Вместе с пенсиями повышают и цены на коммунальные услуги. Изменения коснутся порядка оплаты общедомовых нужд. Это траты на уборку, электроснабжение и отопление подъездов. Теперь этот показатель начнут вычислять по фактическому потреблению. Заканчиваются кредитные каникулы. Напомним, эта мера была введена в марте прошлого года. Воспользоваться ей могли заемщики, которые столкнулись со снижением или потерей доходов. С 1 апреля банки перестанут принимать заявления на отсрочку. Опция останется доступной только для мобилизованных и их родственников, а также для тех, кто брал ипотечный кредит. Изменения ждут и тех, кто планирует получить водительское удостоверение. Из экзамена исключили поездку по автодрому. Такие испытания будут проводить только в реальных условиях. Для этого будут подбирать участки дорог с менее интенсивным движением. Теперь электронные устройства будут продавать только с предустановленными отечественными приложениями. Импортеры обязаны ставить их на смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки. Протекционистская мера направлена на поддержку российских IT-компаний. По мнению авторов закона, это позволит им конкурировать с зарубежными сервисами. Наталья Хмелева, Руслан Ульмасов. Местное время.